Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы поговорить с вами сегодня о графике эпилептоида. Вообще, если посмотреть на график всех психотипов, да, на их особенность жизнедеятельности, на то, как они выстраивают свой менеджмент, тайм-менеджмент, да, можно, соответственно, понять, кто перед вами, да, и более точно диагностировать, соответственно, те или иные расстройства личности. Ну, в нашей прикладной психологии достаточно понять просто, какой психотип перед вами. И график эпилептоида будет состоять, соответственно, из четкой структуры. У эпилептоида всегда понятно и ясно, во сколько он проснулся, во сколько он встал, что и как он сделал. И, соответственно, это про тех людей, у которых есть такая книга с графиком, он ее раскрывает, да, и, соответственно, видит для приложения какое-то, видит, соответственно, все свои дела. И эпилептоиды, на самом деле, очень сильно злятся, если вы выбиваете его из списка данных дел, да, если вы нарушаете, внедряетесь в его график, особенно в его рабочее пространство, да, и, соответственно, просите его выйти, да, из повседневного вот этого вот графика и сделать что-то незапланированное. То есть это очень хороший способ создать конфликт с эпилептоидом. Поэтому об этом нужно помнить, помнить об этой особенности эпилептоидов, да. Это вообще люди, которые логики, которые все, соответственно, структурируют. И чем больше в человеке эпилептоидного такого, тем более он будет, ну, как это, в общем-то, внимателен, да, к подобным вещам. Пунктуален, это вот про них. Аккуратен в вещах вообще и так далее. Ну, это общее описание. Вот, но и графика это касается. Если вы провести параллель, да, я думаю, что если вам понравится это видео, я расскажу о других психотипах. Вот, если провести параллель с шизоидом или гипертимом, там этого графика просто существовать не будет в принципе, дорогие друзья. Так что вот такое вот коротенькое видео на тему графика эпилептоида. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши вопросы, какие еще психотипы вам интересны. Будем, соответственно, все это дело разбирать. А я вас жду на своих онлайн-консультациях, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!